27 россиян попали в больницы после ДТП в Доминикане. Среди пострадавших трое детей, двое из них продолжают оставаться в больницах. Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт. В больницах после ДТП с участием туристического автобуса в Доминиканской Республике остаются 27 российских туристов. Об этом агентством РИА Новости и ТАСС сообщил представитель туроператора Annex-Tour, клиентами которого являются пострадавшие. Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова. По данным телеграм-канала Мэш, рук лишилась 12-летняя девочка. Самому младшему пострадавшему 5 лет. При этом 9 человек из числа пострадавших вылетят в Россию. По его словам, почти все пострадавшие в аварии туристы приехали в республику из Москвы. Также Евдокимов подтвердил, что среди пострадавших есть дети, их от 3 до 9 человек. Авария с туристическим автобусом произошла 27 ноября на шоссе Корал недалеко от города Игуэй. Водитель, который вез 39 российских туристов и двух гидов в аэропорт Романа, применил резкое торможение в попытке уйти от столкновения с ехавшим впереди грузовиком. В результате автобус перевернулся. По данным СМИ, пострадали от 15 до 20 человек. Никто не погиб. Остальные туристы были отправлены в гостиницу и должны вылететь в Россию запланированным рейсом. Все туристы были застрахованы.